Всем привет, друзья! Сегодня расскажу о приложении «Йога для начинающих». Значит, давайте откроем. И, соответственно, первый сейчас запуск. Заходим с помощью Google. Так, ну, пускай будет вот этот аккаунт. Так. Не привязывай учетную запись. Вы хотите создать аккаунт? Да, создадим. Так, давайте двигаться. Наша самая быстрая практика. Вы будете потеть. Вы изучаете так медленно, но уверенно. Все равно с челленджем. Давайте будем потеть, выбрать. Итак, из-за вспышки многие люди избегают собираться в большие группы, которые включают студии йоги и другие фитнес-пространства. Чтобы выручить нас, мы делаем все наши приложения полностью бесплатными. До 1 апреля мы надеемся, что будем оставаться здоровыми, безопасными в этом непростое время. Итак, 16 минут, нажимаем «Начать». Так, подтверждаем, что мы согласны. Согласны, мы согласны. Так, итак, загружаем медиа-контент. Так, нажмите, чтобы начать. Добро пожаловать на первый день вводного курса по виньяси-йоге. Это йога в потоке, которая учит нас соединять дыхание с движением. Давайте начнем с позы ребенка. Сядьте на пятки, положив поверхности стоп на коврик. Потом разведите колени в стороны и соедините большие пальцы ног вместе. После этого положите лоб на коврик, вытяните руки вперед. Вы должны почувствовать, как уменьшается напряжение в бедрах. Возможно, вы также почувствуете растяжение в плечах. Теперь обратите ваше внимание на дыхание. Ну тут можно делать музыку громче, либо голос. И глубокий выдох. Ну, потом дальше можно тут внизу перекручивать. Потом другие упражнения. Какие? Смотрите, вообще очень классно. Мне очень... Короче, вот так вот внизу, если кому-то долго кажется все это, эти упражнения, то можете вот так перелистывать. Можно отзеркалить изображение, можно вот так вот сделать изображение. Ну, короче, друзья, вся практика, она занимает тут всего 16 минут. И вот так выглядит, можно выйти обратно, хорошо, выйти из практики, а можно перейти ко второй практике, 18 минут, нажать «Начать», все загружается опять, ну и рады снова вас видеть на второй то же самое, видите, музыка, можно просто повторять, слушая музыку. Начнем в позе ребенка, светите об. Ну и так далее, уже в позе ребенка вначале, да, одинаково, но зато другие потом упражнения. Так что, друзья, все показывается. Все достаточно классно сделано. И вот есть еще и третья, последняя, 26 минут, точно так же нажимаем «Начать». Ну и так далее, вы видели, там есть введение в йогу и так далее, другие различные упражнения, которые помогут вам действительно... Ну, заняться йогой очень полезными для здоровья упражнениями, потому что очень многие проблемы от отсутствия движения, от отсутствия пластики, гимнастики и гимнастических упражнений. И вот данное приложение вам помогает заняться. Плюс вы будете знать, потому что йога, как вы знаете, она развивалась тысячи лет. И там самые лучшие упражнения для развития, по крайней мере, физического поддержания тела. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, всем пока, до свидания.